Всем хай, ребята, с вами Форест. Как вы помните, в моем прошлом видео я рассказывал, как вернуть старый дизайн Ютуба. Но вот в чем проблема. Если вы решили посмотреть то видео сегодня или вчера, то я могу вас немного огорчить. Значит, когда вы заходите сюда, то у вас тут уже нету кнопки вернуться к классическому режиму. Но вы спросите, как же это сделать? А вот так. В общем, вот, ребята, как же все-таки это сделать? Вы можете зайти на любую удобную вам страницу, неважно на какую. В общем, вы нажимаете правой кнопкой мышкой «Исследовать элемент». Вы переходите в консоль. И вот сюда вот копируете... ну, типа вот такой вот код. И ссылку на него я оставлю в описании. И нажимайте на Enter. Значит, вот. Дальше мы перезагружаем страницу. И вот, вуаля, мы вернули наш старый дизайн. В общем, вот как нужно сделать это сейчас. Это, в общем, не переходите на то видео, где это к концу 2017 года было видео у меня. Там я рассказывал, где, ну, как его вернуть. Но сейчас вы этого просто не сделаете, поэтому лучше смотрите это видео и сами узнаете, как это сделать. Ну, в общем, если вам понравилось, то поставьте лайк. Ну, а с вами был Форест. Всем пока, ставьте лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. И, кстати, ребят, нам совсем чуть-чуть осталось до 200 подписчиков. Если мы их наберем, то я сделаю видео на 200 подписчиков. А какое именно, вы узнаете позднее. Ну, а я с вами не прощаюсь. Ну или прощаюсь, ну пофиг вообще. В общем, всем пока. Если вам понравилось, если я помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Форест. Всем бай-бай.